Спасатели в американском штате Техас продолжают операцию по поиску пострадавших от урагана Харви. Число погибших от стихии может превысить 50 человек. В результате вызванных ураганом наводнений, особенно в прибрежных районах на юге Техаса, более миллиона человек покинули свои дома. Небывалый уровень осадков, более метра воды всего за несколько дней и переполненные водоемы привели, помимо прочих разрушений, к прекращению подачи питьевой воды на обширных территориях. Так, без воды остались более 120 тысяч человек в городе Бомонт, который расположен на побережье Мексиканского залива к востоку от Хьюстона. Президент США Дональд Трамп по-прежнему планирует визит в пострадавший от наводнений регион. Ранее его поездка была отложена из-за многочисленных разрушений техасских инфраструктурных объектов. Трамп обратился к Конгрессу США с просьбой выделить около 8 миллиардов долларов на ликвидацию последствий стихии. По некоторым оценкам, на восстановление может потребоваться в 20 раз больше средств. В числе крупных аварий – пожар на химзаводе компании «Аркема», расположенном в крупнейшем мегаполисе штата Хьюстоне.